Многие задаются вопросом, можно ли стирать обувь в машинке-автомат. Да, современные машинки предусматривают возможность стирки не только одежды и белья, но и обуви. Однако этот процесс требует соблюдения определенных правил, чтобы все прошло гладко. Во-первых, далеко не вся обувь подойдет для машинной стирки. Смело можете проделать это с качественными кедами из ткани, мокасинами, угами, балетками из текстиля, домашними тапочками и даже босоножками. Более всего для машинной стирки подойдут легкие модели из текстиля, подошва которых проклеена хорошо. А вот если вы загрузите в машинку кожаную или замшевую обувь, ничего хорошего не ждите. Материал может испортиться и деформироваться, и ваши любимые туфли можно будет отправить в утиль. Теперь стирка. Прежде чем положить обувь в барабан машины, уберите шнурки и стельки. Их можно помыть руками. Вымойте подошву. Если грязь въелась в ткань, натрите ее хозяйственным мылом или замочите ненадолго в теплой воде с моющим средством. Поместите пару в специальный мешочек. Он защитит барабан от сильных ударов. При отсутствии такого заверните пару в наволочку или какую-нибудь ветошь. Во многих современных моделях стиральных машин уже реализована опция «стирка обуви». Если таковой нет, придется переключить оборудование на режим деликатной стирки и полностью отказаться от автоматического отжима. Важно, не сушите обувь на батарее или солнце. При высоких температурах она деформируется и может расклеиться. Внутрь ботинок положите бумагу для придания правильной формы. И сушите любимые кроссовки на балконе в тени. После высыхания обработайте пару средством для отталкивания влаги. И наслаждайтесь отличным результатом.